Состоялось заключительное заседание антинаркотической комиссии в рамках форума «Трезвая Россия». Напомню, мероприятие стартовало 23 июня. Принимали участие более 60 субъектов страны. На этот раз обсуждали меры по социальной реабилитации лиц, прошедших курс освобождения от наркозависимых и лиц, отбывающих наказание за наркопреступления. На 1 июня в исправительных учреждениях республики содержалось 555 осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков. На профилактическом учете, как склонные к употреблению наркотических препаратов и алкогольных напитков, состоит 28 человек. Для работы с этой категорией граждан в учреждениях исправительной службы налажена социальная психологическая работа. Заместитель председателя правительства Рамазан Джафаров отметил важность обсуждаемой темы и подчеркнул, что эта проблема всегда на особом контроле у правительства. Мы озабочены, как и остальные субъекты, проблематикой наркомании, несмотря на то, что в том числе и ваши исследования говорят, что республика относится к группе, не представляющих большого риска в этой сфере. Тем не менее, у нас более 6 тысяч человек находится на профилактическом учете, в том числе, к большому сожалению, и несовершеннолетние дети. Поэтому мы относимся со всей серьезностью к этой проблеме.